Подписчикам привет! Сегодня будем собирать теплицу павильон 2,5 на 10 с перегородкой, с фрамугами на автоматах, на брусе. Пока что вот приехали, разгрузились и приступаем к монтажу. Каркас теплицы мы поставили, закрепили, все фиксировали, все выровняли, начали обшивать стены, закрепили листы, сейчас будем их одевать профиль, клеить ленту, прокручивать полностью. Параллельно будем делать переливы и плавно перейдем к покрытию крыши. Монтаж. А подождите, не уходите тогда уж, раз я начал снимать. Строили мы сегодня теплицу павильон 2,5 на 10. Что можете сказать про данное изделие? Красивый да, домик. Вот так вот врасплох я вас застал, да? Красивый домик получился. Мне нравится очень. Ага. То, что я хотела. Давно хотели? Да. Сейчас реализовали, да? Да. Ясно, спасибо вам. Ну, пойдем смотреть. Цельная дверь с одного торца. А у нас длина 10 метров, есть перегородка глухая. Секция получилась 6,4 метра. Каркас сделан из полирофильной трубы 20 на 40, арки, столбы 40 на 40. Все стоит на покрашено полимерно-порошковым способом. Цвет шоколад, стоит все на брусе, брус 100 на 100, пропитан антисептиком, закреплен к земле с помощью якорей. С помощью якорей. Есть диагональные усилители, есть система подвязки, подвинитки на каждую сторону. Есть у нас коньковые фрамуги. Две штуки в одном отсеке и одна в четырешке. Сейчас до того дойдем. Они на термоприводах, термоприводы сняты на зиму. Поликарбонат здесь 4 мм, плотность 0,8, все торцы защищены торцевым профилем. Так, вот здесь у нас дверь с форточкой. С той стороны была цельная. Вот еще одна коньковая фрамуга. Ну, все то же самое, только 4 метра. Вот такая вот отличная теплица-павильон. Такой домик длинный. Как сказал клиент, длинный домик. У нас получилось. А у меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы. И всем пока.